Виль, если что, я в прямом. Всем hello. Если что, я в прямом. Короче, как вы думаете, я хочу надеть платок. Но это никак не связано ни с какой религией, это итальянский прованс. Так что не надо сейчас начинать. Если я вот так пойду. Красиво будет? Или лучше без? Мне нравится, кстати. О, фильтр включила. Ребят, когда включаешь, видно, там все написано. У меня когда пушка есть, просто так свет падает. Я вам уже 1000 раз объясняла. Так что не надо мне рассказывать про фильтры. Я не пользуюсь никакими фильтрами. Сейчас. Оп. Готово. Так, смотрится очень хорошо, спасибо. Так, куда собралась? У меня в 2:30 встреча по работе, но мне выходить только через час. Зачем тебе платок? Ну, не знаю, типа итальянский прованс, ну, стиль. Зачем платки придумали? Вы что, думаете, платки придумали только для религиозных целей, что ли? Так волосы надо не то, что убрать, нет, их надо как-то, наверное... Хотя нет, наоборот, может челку вытащить. Короче, не знаю. И так можно походить. Давай обратно блонд. Ой, нет, что-что, точно блонд не хочу. Мне нравится. Она не пользуется фильтром. Да, что вы здесь не видите, что фильтров нет? Вот моя пошелушенная кожа, вот все мои веснушки. Не понимаю, в чем прикол. Что вы мне хотите такого сказать? Или в чем вы хотите меня уличить? Не пытайтесь доказать мне, что я страшная, потому что в моих глазах я самая прекрасная женщина на этом белом свете. И так должна думать каждая девочка про себя, а не пытаться, не трать время в доказывании мне, что я какая-то не такая. Ты лучше потрать время и докажи себе, что ты классная, потому что твое отношение к окружающему миру — это в первую очередь твое отношение к самой себе. Если ты людям говоришь, что они какие-то страшные, кривые, косые, тупые и так далее и тому подобное, значит, в первую очередь такое отношение у тебя к самой себе. Я понимаю, что ты очень щедрая женщина, и ты делишься тем, что у тебя есть. К сожалению, кроме мешка говна на данный момент ничего нету. И ты делишься им. Поэтому я к тебе отношусь снисходительно, понимаю, что просто больше тебе нечем поделиться, кроме этого, и принимаю твои дары. Но желаю тебе в дальнейшем иметь не мешок говна, а мешок радости, удовольствия и счастья, чтобы ты смогла делиться чем-то хорошим. А сейчас, к сожалению, пока просто тебе нечем. Это, знаете, как вот товар. Ну, товара нет и нет. Что теперь сделать? Так же у тебя. Я все сказала. Так. Что обсудим? Кого обсудим? Надо кому-то кости промыть. Ну, блин, кстати, сплетничать я не особо люблю, если вы не заметили. Никогда в жизни ни про кого ничего не говорю. Платок очень идет, спасибо. Мне тоже сейчас нравится. Так. Ты о чем? О, привет. Яш, как дела? Ты о чем? Мне, видишь, гадости пишут, что я некрасивая. А я ведь очень красивая. Так, сейчас будем награждение мне делать в этом. Блин, ребята, я должна была участвовать в конкурсе красоты. В Сочи он проходит 18 числа по 20 какой-то. Или с 16, я сейчас не помню. Я так расстроилась. Я просто... Мы давным-давно договаривались, что я буду на этом конкурсе. А потом как-то мы потеряли связь. Я уже забыла. И мне сейчас пишут вчера, типа, что... Мне нужно быть на, типа, конкурсе красоты России, и
Я его профукаю, потому что у меня билеты в Монако уже на 12 число. Я расстроена. Не, ну я не расстроена. Ну вообще из-за двух вещей расстроена, потому что 18 числа у одного человека день рождения. И если честно, я думаю, я хотела сделать сюрприз прикольный. И в итоге не день рождения, не конкурс красоты, но зато я буду в Майами. И сначала в Монако, а потом в Майами. Но есть, конечно, свои плюсы, но все равно есть определенные иногда люди, с которыми тебе, которым тебе хотелось бы сделать приятно. Поэтому немножечко расстроилась. Но опять же, нужно думать о себе. Бетти с кем сидит? Бетти там играет. Ну, в этот, как его называют, рисует на доске мелом. Так, привет, Омск, Омск, привет. Ты была на Алтае? Кстати, нет, никогда не была на Алтае, никогда не была на Байкале. Очень хочу съездить когда-нибудь, очень-очень-очень сильно. Привет из Перми, Пермь, привет. Мы всегда с тобой, я знаю. Мы, кстати, вчера заезжали вечером. У тебя не было. Мы вообще только вчетвером были. Мы были с Эдиком, но Давидик был тоже с девочкой. Сколько Бетечки? Бетечки сейчас 2 годика. Привет, привет из Минеральных Вод. Привет, Минеральных Вод. Привет, Донбасс. Ничего себе. У нас кого только здесь нет целый. Была на Кубе? Нет, на Кубе тоже, кстати, не была. Тата, как у вас дела? Как дочка? Ой, дочка очень хорошо, такая взрослая. У меня появилась ее первая подруга. Они так любят друг друга, они познакомились на Кипре. Ее зовут Варя. И мы обменялись номерами с мамой Вари. Теперь будем с ней дружить. Просто Варина мама, она достаточно взрослая уже. То есть у нее старшему сыну там 20 лет. А это их самая маленькая, то есть девочка уже ну, в возрасте у них появилась. А 2 детей еще больших. Вот. И они подружились, и вот мы теперь будем встречаться, и я так... Ну, так прикольно, что моя... это первая подруга моей дочки. Классно, да? Вот. Прикольно. Так что скоро с ней вернемся. Так. Я все знаю, во сколько вы были, с кем вы были. Видишь, ничего не утаишь. Я хочу сегодня шеф пойти покушать, но надо сейчас еще ребятам позвонить. Из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Ой, кстати, я была в Казахстане, но я была в городе Астана. Я видела левый берег и правый. В садике еще много будет подружек. Ну да, но для меня это прикольно, что это ее первая подружка. Привет, как, поэтому как бы прикольно. Ой, я брови забыла накрасить. Точнее, расчесать и чуть-чуть сделать поровнее. Хорошо, что ты сейчас заметила. Тата, как на личном? Все без... Ну как? Все без изменений. Хотелось изменить. Но не получилось. Все как было. Все на круги своя. Сейчас Астана переименована в Нур-Султан. Да ладно. Прикиньте, какая... Сиди, я сам открою. Прикиньте, я реально, я даже не знала. Слушайте, это получается, честно, Назарбаева назвали. Ну, в принципе, судя по тому, сколько он был лет президентом, он есть, может быть, был. Я не знаю, кстати, поменяли его или до сих пор Назарбаев. Здравствуйте. Яш, мне кажется, мы с тобой уже здоровались.
Или с кем ты здороваешься, когда ты из наших зашел? Я что-то просто не увидела. Не унывай, все будет хорошо. А, нет, у меня на личном просто все так, как вы знаете, как и было. Просто у нас же был переломный момент в отношениях. И сейчас, короче, возвращение блудной дочери. Так. Монако, как всегда, в одно и то же место, куда еще могу быть. Пока мне больше идти некуда. И президент у нас другой, Токаев. Ой, я запомню, спасибо большое, тут важно информация. Я просто еще застряла, видите, на Intel Pentium 4. Не, ну просто, слушай, это сейчас глупо, конечно, задавать. Почему президента поменяли? Он умер или просто... Он же что-то много-много лет был, больше 17 лет, правильно? Вы опять вместе с мужем? Нет, вы что? С каким мужем? У меня нет мужа. Я уже давным-давно развелась. И даже не чувствую, что я когда-то была замужем. И вообще даже жалею, что я официально была замужем, потому что кроме геморроя документов больше ничего нету. Объясню почему. Потому что когда, допустим, я получала визу в Америку, там очень сложно, достаточно сложно, забыла, как называется эта форма, ну, даже для заполнения анкеты. И она, короче, там такие вопросы. Вот если ты была 16 тысяч раз замужем, то тебе надо написать про 16 тысяч мужей. Причем по сей день, чем они занимаются, что они делают, где они работают, какой у них фактический адрес и какой у них адрес по прописке. Ну, то есть номер, паспорт, все документы нужны вообще, все, что связано с... Я-то со своим мужем на тот момент жила, когда получала визу в Америку, и то половину про него не могла найти. А тут, прикиньте, сейчас, допустим, я, может, через несколько лет назад, ну, не знаю, что случится, я вообще потеряю с ним связь или еще, ну, всякое в жизни бывает. И что я буду писать про него? Потому что я сейчас хотела получить визу в Англию, но там что-то еще сложнее. Сложно только вот эти, блин, записюльки делать, а так все остальное фигня. Здравствуйте. А, кстати, ребята, у меня, короче, пипец, что происходит с телефоном. Мне лучше, кстати, писать больше в Инстаграм, потому что напиши, не плачь, отец, твой сын боец, пусть плачет тот, чем пипец. Прикол, короче, у меня 200 гигабайт, типа, занимает сама память телефона, у меня удалились все фотки, у меня больше нет фотографий в телефоне, у меня всего лишь 15 штук, и даже несмотря на то, что у меня 15 штук в телефоне, я не могу зайти даже в WhatsApp, он мне постоянно выдает недостаточно памяти, я опять начинаю удалять заметки, приложения, всякую хрень, он опять заходит, я открываю 1-2 сообщения, и опять по новой, это просто раздражает меня очень-очень сильно. Но вот камера и прочее остальное я вообще молчу. Почему, кстати, я еще не записывала сторис? Потому что постоянно выкладываю, начинаю записывать, а у меня недостаточно памяти, но мне уже удалять нечего. И сегодня, короче, я поеду там в одно место, что-то сделать с телефоном. Но просто я боюсь потерять номер WhatsApp, потому что я сим-карту не могу найти, а восстановить свой французский номер я смогу только 12 числа, когда прилечу. А до 12 октября ждать, как бы, вот так ходить с телефоном, я не могу им пользоваться. Он весь пустой, он тупой, хотя у меня XS Max, корзину почистить. Какая-то вы что, ребят, такие элементарные вещи, но я же не дебил. Там глюк идет, он именно все идет, все, что удаляется, он идет в память системы. И типа ты такой заходишь в хранилище, да? Хранилище, и у тебя там, у меня там Инстаграм весит 7 гигов, допустим, WhatsApp там 2 гига, какие-то программы там вообще копейки, при том, что у меня еще куплено 2000 терабайта, чтобы вы понимали, iCloud 2000 терабайт, это я могу вообще целый район, фотографии всего района, мне кажется, сохранить. И своего, и соседнего. Так вот, и, короче, я вроде все удалила, телефон полностью чистый, это какой-то баг, глюк. И все идет типа в систему памяти, в систему самого телефона. И вот что типа система, прикиньте, весит так много. Может, брака нет, это глюк какой-то, такого раньше не было. Но вот сейчас они выясняют, там какой-то главный специалист Томас со мной на связи.
Но мне нужен компьютер. И вот я сегодня должна короче компьютер подключиться. Честь надо признать. Нет, там мне сказали, что нужно полностью сбросить телефон, чтобы он был как новый. Потому что это глюк. Но я не могу его полностью взять и сбросить, потому что уже хер с этими фотографиями. Я реально все удалила, черт с ними, даже с фотками. Половину сохранилась на Google фото, половину не сохранилась. Ну да бог с ним. Но WhatsApp я не могу, короче, потерять. Мне очень нужен WhatsApp. И я что подумала? Я подумала, что надо что-то сделать, чтобы сохранить этот WhatsApp. Поэтому я сегодня поеду, что-то попробую сделать. Так, хочешь новый iPhone? Ой, я очень сильно хочу новый iPhone. Я надеюсь, что мне Винсент его в Майами купит. Я очень хочу новый iPhone. Это было в Америке дешевле будет. Так, на комп не перебрасываешь файл? Нет, я вообще компьютером не пользуюсь. Это вообще, мне вообще нафиг компьютер. Нет, компьютер мне нафиг не нужен. Я не пользуюсь им, не знаю, я... Мне пока не пригодился для чего. Попробуй зайти через другой телефон в этот же iCloud. Мне, если честно, кажется, что у меня какой-то баг с самим iCloud, потому что у меня ровно год назад была такая же хрень, только на десятке. А у меня я на отдыхе, как раз тоже на Кипре, и у меня все к чертовой матери удалилось. Только там он сам как бы обновился полностью, как новый стал. Но раньше мне было пофиг, у меня хотя бы номер телефона был. Сколько стоит в Америке, интересно, iPhone 11? Надо, кстати, зайти на сайт посмотреть. Но я думаю, что дешево, потому что только в России какие-то заоблачные цены на айфоны. А, кстати, я где-то читала статью, что типа максимальная цена на iPhone последняя, это только в России. У всех остальных стран все по-человечески. Вот. Но мне кажется, в Америке он будет и косарь стоить. Здесь по-любому он сейчас будет 1140, мне кажется, стоит. Он обычно, когда только-только выходит, он так и стоит. Ну, прям вот это, если прям на горбушке, там, с первых рук взять, достать, я не знаю. Он дорогой будет. А там, я думаю, что где-то косарь, может, 100. Но дешевле по-любому. То есть это сколько выходит? Косарь зелень, это 60 тысяч. 70. Так, комп нужен, телефон будет пустым. Лучше. Я не могу, когда мне телефон пустой, мне неудобно. Я вообще терпеть не могу в компьютере сидеть, мне это, ну, таскать его. Я, у меня в телефоне все забито, я зашла, мне по папкам все разделено. То есть телефон всегда со мной. Мне по работе постоянно нужны фотки, статистика, прочая хрень, сторисы, эфиры. Я не могу всегда таскаться с компьютером. Почему прикрасилась брюнетку? Не знаю, мне очень нравится. Привет самой красивой женщине на свете. Привет. Мне очень приятно, спасибо большое. Ну, по работе можно оставить. Ну, у меня, видите, у меня все же... Инстаграм, это же моя работа, извините меня. Как вы думаете, я же с нее зарабатываю деньги. Где-то 1000 евро новый стоит. О, ну значит в Америке тоже должно быть около 1000 евро, значит не будет 1000 долларов. Ну и так, в принципе, так, ну где-то будет 1300-1400 долларов. Может, что-нибудь такое. Точенька, ты где это взяла, Зая? Я. Спасибо. Бери, положи это на место, и мы сейчас с тобой будем одеваться. Не надо вот такое лицо делать. Мы сейчас с тобой одеваемся и выезжаем, зайчик. Да? Поехали, пойдем одеваться. Что будешь? Понеси обувь, которую хочешь обуть. Слышишь? Какие оденешь бачки? Нет. Какие бачки? Принеси бачки, которые хочешь обуть. Какие бачки хочешь обуть? Ну что нет? Что у тебя на все нет? Пойдем, бачки оденем, выберем. Может, изики твои бы, то есть? Ой, упала.
Блин, уже холодно сегодня. Блин, мне кажется, они тебе, блин, прикинь, тезики в эти купили. И это там... Мне кажется, что они маленькие. Тата, здравствуйте, вам очень идет платок. Вы как красивая восточная женщина. Нет, я как красивая женщина из французского Прованса. Доченька, дай попробую. Мне ведь кажется, что они тебе маленькие стали. Давай, если в них войдем, в них пойдем. Мы их ни разу не обували. Блин, Зоя, они маленькие тебе, походу. Да? Да. Блин, мама жалела их, блин, беленькие. Они маленькие. Больно, да? Нет, зайчика, они тебе маленькие. Хотя нет, как будто такие большие. Не знаю. Они такие прикольные. У меня вообще много прикольных ложек. Такие они блестящие есть. Но здесь подошва специально грязная. Это такая модель. Фирма такая у них везде. На также такие черненькие. Ну, все остальное лето у меня было. Блин, вот эти бы эти вообще убила. Хотя я ходила открывать. Зайчик, все, короче, ладно. Я, короче, пошла, буду одевать сейчас в эти, потому что мне нужно выходить. Потом, когда буду выходить в машину, я вам наберу. А, оделась я сегодня. Ой, какая-то жирная сейчас получилась. Все, чао.